Нас постоянно волнует, что же думают люди о нас. На самом деле они ничего о нас не думают. И одно из упражнений, которое рекомендую для обретения баланса с самим собой, заключается в том, чтобы взять фотоаппарат или видеокамеру и начать снимать людей на улице. Однако иногда возникают казусы. Людям не нравится, что их снимают, и они начинают драться. Как раз это показано в настоящем видео. Зачем так делаете? Зачем так делаешь?